Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Электричество для кировчан в 2021 году подорожает. С июля тариф поднимется на 4,2%. Об этом рассказали в региональной службе по тарифам. Если сейчас 1 кВт-час стоит 4 рубля 10 копеек, то с лета кировчане будут платить 4,27. В домах, где установлены электроплиты, действует льготный тариф на 30% ниже. В РСТ отмечают, что кировчане платят меньше, чем должны, и компенсируется это за счет более высоких тарифов для юридических лиц. В следующем году около 2,5 миллиардов рублей за свет в домах кировчан заплатят организации. Программа «Экономика». Окончательный перевод соцвыплат на карту МИР отложили. По решению ЦБ дата теперь не 1 января, а 1 июля 2021 года. В Кировской области пока только 6 выплат из 79 переведены на карты МИР. С января должны были включить в этот список ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет и по уходу за третьим и последующими детьми. Нововведение не относится к жителям, получающим выплаты или пособия в почтовых отделениях и на обычные расчетные счета, открытые в кредитных организациях. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Банк Хлынов внедрил систему оплаты по QR-коду. Сервис QR для бизнеса – это инновационный способ оплаты без терминалов и карт с использованием СБП – системы быстрых платежей. Предприниматели могут экономить на банковской комиссии. Она ниже комиссии торгового и интернет-эквайринга. Кроме того, зачисление средств на расчетный счет происходит мгновенно. Дополнительного оборудования приобретать не нужно. Достаточно сгенерировать QR-код. Клиентам для покупки не требуется введение данных карты, что защищает их от мошенников. Доступна услуга большинству смартфонов, нужна лишь камера и поддержка банковских приложений. Оставить заявку на подключение можно на сайте bank-hlynov.rf. Возрастное ограничение сайта 0+. Подробности по телефону 8 800 250 237 и бесплатный звонок по России. А ОКБ Хлынов, лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 74,85, курс евро 91 рубль 35 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.